за 30 лет. Обессиет сын. Нет и нет, она все продолжает ждать, потому что верь, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад. Кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село. Мальчика без усы не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мам. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Больно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее увидеть мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки. Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Сынок, Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Сын ее услышать мог. Чудилось кино, все ждала, вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее слайды.